Привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня у нас будет челлендж «Собирая канцелярию в рюкзак вслепую». Я закрываю глаза и наугад беру канцелярию. И самое главное, Арина, ты должна собрать рюкзак так, как собирают все школьники. То есть ручка, карандаш, затирачка, точилка, линейка, пенал. Чтоб все было у тебя в рюкзаке. Как это наугад можно сделать? Да, то есть не только одни фломастеры, не только одни ручки, а чтоб было все в рюкзаке. Ну что, поехали? Поехали. У Арины глаза завязаны. Да. А давайте проверим, видит она что-то или нет. Арина, что перед тобой? Я ничего не вижу. Ничего не видишь? Нет, ничего. Абсолютно? Абсолютно. Давайте проверим. Что я сейчас показываю? Я не вижу. Не видишь? Да. Значит... Следи за моей рукой. Не видишь, действительно не видишь. Ну что, начнем с рюкзака. У тебя три рюкзака на ощупь. Я сейчас перемешиваю. Стой. Секундочку. Мы перемешиваем рюкзаки. Какой ты выбираешь рюкзак? Я хочу вот этот. Хорошо, остальные убираем. Арин, сейчас перед тобой много пеналов. Но самое интересное, среди этой кучи пеналов находится абсолютно новый, большой, классный пенал, который тебе очень понравится. Это, скажем так, бонус такой. И если ты его найдешь, он будет твой. Так что на ощупь ты ничего не видишь. Мы уже это проверили. Ты должна найти его. Итак, поехали. Сразу у Аринки уже профи такие подходы. Арина, профессионал по канцелярии, она сразу нашла новый пенал. Что, это новый пенал? Да. Ладно, в конце видео посмотрю, что там. Что это за пенал? Да, положи на рюкзак. А где рюкзак? Так как ты выиграла призовой пенал, ты можешь выбрать еще один пенал. Ура! Давай, выбирай. Я выберу этот. Вот этот, отложи на рюкзак. Приступаем к ручкам, карандашам и фломастерам. Перед тобой сейчас много фломастеров, карандашей и ручек. Я хочу начать с карандашей. Да, ты должна выбрать комплект карандашей, что полагается школьному комплекту. Несколько простых карандашей, две ручки. Вот такие вот карандаши. И комплект фломастеров. Карандаши, говоришь, да? Ну хорошо, давай, если это карандаши, пусть. Смотрим. Итак. Я хочу вот эту ручку. Посмотрим, карандаши ли это в конце. Ну давай, одну ручку, вторую ручку, да? Давай затирачку выберем. Ну вторую ручку у каждого должно, у каждого школьника должна быть вторая ручка. На запас, а вдруг перестанет писать? Я возьму ручку, когда стирают. Да, ты даже на ощупь ее, да, видишь, чувствуешь? Да, потому что по этой вот штучке. Ага. Отбирай тогда, ложи. Ложи на рюкзак. Давай вот таких. Вот. И, в принципе, еще одну я хочу выбрать. Ну, давай третью. Вот такую. Вот такую. Ложи на рюкзак. Так, дальше. Секундочку, остановись. Мы перемешиваем, чтобы тебе было сложнее задание. Так... И будем тебе сейчас давать новое задание. Ты должна найти фломастеры и простые карандаши. Мне кажется, вот эти фломастеры. Ну, не знаю, тебе виднее. Бери комплект. Давай, ложи на рюкзак. Так, есть. И простой карандаш. Давай, две штуки простого карандаша. Ну, не знаю, это тебе виднее. Выбираю вот этот. Один, ну еще один. Еще один простой карандаш надо. Ну и в принципе... Можно взять вот такой.
Ну хорошо, ложи на рюкзак. Одну линеечку. Ну куда же без линейки-то? Да, одну линеечку. Выбирай, какую из них. Давай с... Давай металлическую. Ой, металлическую. Да, хорошо. И мне в школе понадобятся ножницы. Ножницы, выбирай ножницы. Я думаю, вот эти нормальные. А теперь перейдем к точилкам и затирачкам. Да. Арина, сейчас перед тобой точилки, затирачки и клей в двух таких боксах. И ты должна выбрать по одной затирачке, одну затирачку, одну точилку и один клей. Да, давай, выбирай. Я выберу. Давайте вот такой вот. Угу, выбрала, вложи на рюкзак. Точилка и клей остались. Выбирай одну точилку и один клей. Давай вот такую вот точилку. Угу. И клей. И вот это вот клей. Угу. Ну как на ощупь ты хорошо определяешь. Ой. Что-то упало, да? Наверное, тут скетчбуки, как я пощупала. Правильно, Арина, выбирай свой скетчбук один. Но я бы тебе хотел посоветовать все-таки из золотишка. Ты должна выбрать, где золото. Я его держу, кажется. Ты уверена? Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, может быть, это и не золото, а может и золото. Ты должна сама почувствовать и на ощупь определить. Ну, я хочу... А попробуй другие. А секундочку, положи. Да, 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 конечно, вот. Вот, и найди золото. Где золото? Так. Ух, ты, ничего страшного. Давай. Я, в принципе... Найди золото. Вот это золото? Да. Ты уверена? Да. Ну, хорошо, ложи на рюкзак. Вся канцелярия собрана. А теперь посмотрим, насколько ты правильно ее собрала. Открывай глаза. Приветик. Приветик. И смотрим. Вот у нас вся канцелярия, которую отобрала. Смотри, это твой скетчбук. Он должен быть золотого цвета, да, я говорила? Не угадала, ничего страшного. Посмотрим, как... Вот это пенал, новый пенал, ты его сразу же вычислила. Вот это у тебя интуиция, Рим. Я хочу уже положить туда. А там все есть! Ну ты можешь это все положить, то, что ты выбрала во второй пенал, Арина. Да. Для этого мы его и брали. Это было так задумано программой. Да, мне очень рада. Собирай второй пенал. Посмотрим, насколько ты правильно все подобрала. Ручечка. Ручка одна. Есть. Да. Дальше. Вторая есть. Третья есть. Простой карандаш. Есть. Затирачка. Есть. Клей. Есть. Цветные карандаши и простой карандаш есть. А это не фломастеры? Нет. А ну покажи. Мне показалось, что это фломастеры. Это самые крутые карандаши. А вы как считаете, это фломастеры или карандаши? Напишите в комментарии. Арина, а ну покажи вблизи. Я хочу рассмотреть. А не такое ощущение, что это все-таки фломастеры. И я говорю, что это фломастеры. А я карандаши. Потому что я знаю. А ну-ка, покажи, как они пишут. Мне интересно. Сейчас мы вам скетчбуки покажем. Давай. Вот. Точно! Это карандаш или фломастеры. Все же ждем комментарий. Да. Итак, прячь. И что у нас осталось? У нас осталась точилка, ножницы и вот такая вот линейка. Экшн. Арин, и у нас остались фломастеры, да? Да. И точилка. Да. Собирай все в рюкзак. Так. Все, что у тебя есть. Да. Сейчас застегиваем пенальчик. Вот, подписан наш рюкзак. Да. Полтовец Арина. Так. Так. И вот так. И ты забыла самое главное, это бонус за то, что ты правильно все угадала и собрала канцелярию с закрытыми глазами. Да, давайте откроем. Конечно, все ждут, пока ты откроешь.
Что это такое? О-о-о, палочка-выручалочка, что ли, да? Я предлагаю подраться этими штучками. Давай. Давай. Я сразу 3 взяла. Канцелярию мы собирали, теперь можно идти в школу. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!